Первым в списке приемочной комиссии стал многопрофильный лицей. Здесь, по словам руководства школы, подготовка к новому учебному году проведена успешно. Во-первых, у нас косметический ремонт сделан. В этом году, правда, небольшой, насколько хватило сил и средств. Сделали ремонты небольшие в туалетных комнатах. Сейчас заканчиваем покраску пола спортивного зала, решили обновить в этом году его. Также у нас проходит ремонт в пищеблоке. С осмотра столовой начала свою работу приемочная комиссия. Здесь уже заменена напольная и настенная плитка. Будет произведен ремонт электропроводки и части вентиляции. Члены комиссии еще проверили готовность кабинетов, теплоузел и противопожарную систему. В составе комиссии специалисты различных ведомств, начиная от управления образования и заканчивая коммунальными предприятиями. Комиссия будет работать по 10 августа. Ежедневно мы будем принимать по 3 школы, поскольку они у нас действительно большие. Есть у нас и школы, которые имеют филиалы, поэтому на одну школу с филиалами достаточно большой промежуток времени необходим. И 10 августа мы заканчиваем приемку школы, подводим итоги. В случае обнаружения недочетов в подготовке школы образовательным учреждениям будет дан срок на их устранение до 15 августа. Татьяна Елисеева, Константин Белов. «Наше время».